В Болгарии арестованы 7 подозреваемых в причастности к гибели афганских беженцев, пытавшихся нелегально попасть в Европу. 18 человек, в том числе ребенок, умерли от удушья в тесном тайнике. Участники преступной группы по перевозке людей бросили грузовик вблизи Софии и скрылись с места происшествия. Группа состоит 6 человек по сегашните неустановленные данные. Тайниците ги изготвят сами и превозват в изключително добре подготвени тайници, оборудвани включително с фолио, което да не позволи на рентген да засече топлината на телата вътре. Към момента остават 19 души в лечебни заведения, тъй като днес бяха освободени 8 от тях и повечето от тях бяха настанени в Държавната агенция. Власти говорят о самой тяжелой трагедии с мигрантами в истории страны.